Вітаємо всіх, хто сьогодні з нами та хоче навчитись робити щось цікаве та нове. А ми в гостях у нашого вже друга, нашого флориста Олени. Вітаю тебе, Олена. Привіт. Сьогоднішній майстер-клас, я хочу сказати, дуже корисний буде саме для чоловіків. Так. Тому що той, хто хоче здивувати свою кохану вранці за сніданком, охоче може зробити таку композицію, яку ми будемо вчитись робити сьогодні. І що нам для цього знадобиться, нам розповість Олена. Так, начинаем. Берем все подручные материалы, которые у нас есть, например, на кухне. Это блюдце. Лучше его взять не беленькое, а какое-нибудь красивенькое. То есть я разумею, так композиция будет горизонтальная. Да, мы все привыкли видеть корзины, стаканчики, а сейчас блюдце. Ну, будет очень интересно. Мне очень интересно. Я вижу нашего постоянного друга, это флористичный пленок. Да. Дальше атласная лента, цветы. Цветы, которые вы захотите, например, ну, утро, розы, это очень так романтично. Я, да, за сніданком, це аромат. Да. Кофе с розой, девушки. Я уже замрелась. Да. И так же самое мы берем, это такая сеточка, ну, вы можете взять там ткань, все что угодно, чтобы как-то вот обыграть блюдце. То с чего мы самое начинаем? Начинаем вылаживать пирамидку. Берем тарелочку, сверху мы ложим такую красивую сеточку. А потом, я так разумею, да, где наша флористичная пена. То есть я помогаю, помещаем ее, да, в середину. Все, потом берем листочки, розочки, листики. Угу. То есть мы выкористовываем самые листья? Да. На стебле обрезаем наискось и начинаем по кругу вставлять эти лепесточки. А я хочу допомогти Олені і зробити невеличкий бантик з червоної стрічки для нашої майбутньої композиції. Вилаживаємо по часовій стрілочці наші лепістки. Так, прям так по кругу. Значно, я хочу сказати, прикрашають навіть просто листи троянди, вже роблять такий святковий настрій. Да. Смотрим, что один листочек длинненький, можно его обрезать и в другую сторону. То есть цветами очень можно играть, обыгрывать, как вам удобно. Это даже не с тканью работать. Ткань обрезала, и все. Здесь что-то можно как-то исправить. У меня уже ось. Берем нашу розу. Роза называется Джамиля. Считается очень одна из красивых роз, сортов розы. И я хочу сказать, что дуже ароматный сорт. Ось так вот мы горизонтально помещаем. И так же само взяли маленькую веточку розочки и так же само вставляем ее в нашу флористическую губочку и еще так. И мы додаем такую, я бачу маленькую трояндочку, и ось у нас уже готов наш бантик. Вставляем его в виде, это как бы букет на блюдце у нас получился. Нам потрібно трошки его приклеить. Капаем нашим другом клей. И вот так. Но у нас еще есть подружка Божья коровка. Утро, она проснулась. Снимаем захисную плевочку. И, я думаю, помещаем в середину нашего бантика. Такая брошечка. Я хочу сказати, що квіти на у цій композиції виглядають дуже природно, начебто їх так просто поклали. Так, дуже красиво. Со всіх сторон вам просто нам видно, прям дуже красиво. І я думаю, що кожній жінці буде приємно, якщо її чоловік прокинеться трошки раніше за неї і зробить таку красу своїми руками. Нічого важкого. Насправді декілька хвилин, трішечки фантазії, кмітливості рук. Yeah. І у вас є ось така чарівна композиція до вашого столу на сніданок.